Всегда было, есть и будет, и вопросов никаких нет. У нас и единые, у нас единые мировоззренческие основы, очень близкие языки. Есть особенности, конечно, есть особенности. У белорусов свои особенности, своя белорусская культура прекрасная. У русских есть своя особенность, она немножко отличается, русская культура. Кстати, русская культура тоже и по регионам отличается. Но есть общность единых первоосновы. Единой славянской, древнерусской культуры. Есть общность единая такая. Белорусы вообще не отличаются. Ну, не, ну, так же, как украинцы, это одинаково. Ну, иногда слышишь какой-то белорусский акцент, иногда его не слышишь. Но у нас оригинальных акцентов и говоров еще больше, чем между как бы, Россией и Белоруссией. В 90-е годы была очень значительная трудовая миграция из Беларуси в Россию. А сейчас я не вижу такой большой миграции. Почему? А потому что в Беларуси жизнь стала лучше. Меньше стали ехать в Россию на заработки. Как-то у них это устоялось все под руководством Лукашенко. И я рад за белорусов. И нам учиться многому нужно у белорусов. Чисто, например, хорошим дорогам, чистым лесам. Этому нужно учиться. Потому что им удалось сохранить основные обрабатывающие производства. Этому надо учиться. И сейчас оно у них работает. У них же нет нефти и газа. Поэтому они работают. Я очень рад за белорусов. Проблем никаких здесь нет между русскими, белорусами, украинцами на межличностном общении. На отношения государств, ну, это дело уже политиков. Есть какие-то личностные моменты, могут быть моменты ситуативные, но они все проходят, они перетираются. Есть главная общность.